Uh, du hörst dich auf Deutsch aber süß an Oh, danke sehr ist das gut ich 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 wollte nicht süß sein ich wollte menschlich sein also uh, ich bin so böse eh. <laughs> uh, nein Quatsch na latte Ski Chornigaroch kann ich da schon latte Ski Chornigaroch paschimo gar du kannst heute ausserbeischens ich sag nicht gar nicht da guck ich dein Deutsch ist super Данкетья, ду без Светлана, а ба ду кансточ, аух, эй, бизу! Слава Украине, героям, слава Харьков, Стас, поешь песню из сектора Газа Бомж. А, нет. А, дальше, Полтава. А в 1900-м ты не постоянно в Киеве жив? Моя сестра подкопирает нас. Альзу, 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 а в 2019-го я жил в Украине. Я залишився в Україні та до 2014 го я жив в Україні чи до 15-го. Коротше, жив я з 2019-го по. ні, З 2009 по 2015 й я жив в Києві. А в девятнадцатом я, при, я приезжал на съемки клипа "Перемагай" uh, и «You can be» — это одна и та же песня, но на разных языках, по сути. Um, вот, и ходил по радиостанциям, и там со всякими товарищами встречался и гулял по почтовой площади. Да, было дело. что все так были в, в депре как oh, бы сейчас О, да в депре в депрессии ну, ну, но меня почти вытащили ну в принципе знаете в принципе вообще все как бы уже гораздо лучше сложность заключается в том что нужно принять некоторые ну то есть я задержался в стадии отрицания а прикол в том, что нужно однажды осознать, что ты немножечко говнецо. И я не прибедняюсь, это реально так, потому что я человечек, ну, как бы, так себе, я вредный, нудный, там, я зацикливаюсь на каких-то вещах, могу занудить до смерти, ложка не так лежит, тарелки не так стоят, ну, короче, вот такие штуки. Я занимаюсь самобичеванием, типа, а, мне сказали нет, значит, жить дерьмо, надо повеситься, хотя я никогда не покончу, я не наложу на себя руки, потому что я пиздец какой-то рус, ну, в смысле, как это... Ну, в смысле, нет, порезать вены. Я боюсь иголок. Жил-вен. Я сплю вот, вот так вот. То есть у меня руки всегда в таком положении, чтобы я спал вот так. А, нет, а вдруг кто-то подойдет и а воткнет, воткнет иглу или порежет ножом. Ну, то есть я псих. Поэтому нет, я с собой с собой не покончу. Но, да, бывали, конечно, всякие интересные мысли. Но я люблю жить. Просто в один момент это стало как-то так сложно и настолько неприятно, что жить перехотелось.